Ты не знаешь, кто оставляет цветы? Нет. Но у крошки много друзей. Было. Уже пора смириться. Я знаю. Мы пережили жуткий кошмар, но хватит постоянно ворошить прошлое. Я ничего такого не делал. Эйден, не надо мне врать. Я знаю, что ты ищешь тех, кто это сделал. А ты не думал, что подвергаешь нас опасности? Вам ничего не грозит. Я этого не допущу. Послушай себя. Эйден, зачем тебе все это? Просто... мне нужно знать. Ты мой брат. Я тебя люблю. Но Джекс для меня все. Малейшая опасность, и ты его больше не увидишь. Брось это. Пожалуйста. Лену не вернешь. Моя. Нет, не твоя. Я все понимаю. Обещай бросить это. Ради нас. Ради семьи. Обещаю. Лены нет, но что с того? Махнуть на все рукой. Да, пообещал, но а сам-то продолжает. У нас проблема. Тот чел из раздевалки выжил. Заговорит тебе хана. Он не умер? Такое бывает? Как видишь, бывает. Да расслабься, есть план. Встретимся в Горман-Хайтс на крыше. Окей, встретимся. Так, портуемся к этому убежищу. И сейчас мы быстро туда доедем. Даже, наверное, дойдем. Так, вот и наше убежище. Вау, прикольный костюмчик. Кстати, такой белый хакер. Ха, прикольно. Это кто такая? Давайте ее взломаем. Можно. Что она здесь делает? Мы так делали с моей бабулей. Мама, пусть может следить за состоянием ее здоровья. Как? Мама логинит с работы. Там видно бабулин пульс, когда она ела, какала и все такое. За перемещением тоже можно следить. Нам так спокойнее. Не знала. Прикольная, кстати, там тачка была. Но нам она сейчас не нужна. Так как мы уже практически прибыли. Это что за кучка здесь собралась? Денег на счету 200. Смотрите, убежал говнюк. Ладно. Как здание называется? А это не пицца. Давайте начнем. Где он?
С Джорди вечно проблемы. Но выбора нет. В другой жизни я бы за ним гонялся. Или он за мной. Если он говорит, у нас проблемы, можно спокойно умножать на 10. Этот свидетель ни в коем случае не должен меня опознать. Так, нам надо встретиться с Джорди на балконе. Но как мы туда сейчас поднимемся, будем сейчас думать. 200 средств мы сняли сейчас с банкомата. Шикарно. Здесь мы не поднимемся. А хотя вот. Отлично. Салют. Вот блин. Джорди, кто это? Да, они тут живут. Ты чего? Ну, в этих домах системы безопасности просто блеск, и все решили, что можно расслабиться. Они закрылись только на цепочку, типа, чтобы как следует присмотреться к разносчику пиццы, например. Ага, понял, ясно. Насчет проблемы. Я и захватил болторез. Хозяин приоткрывает дверь, я просовываю девайс и хрясь. Прикиньте, это не пицца. Джорди, проблема. Вспомни. Помню я, помню. Мы сейчас примерно на полпути, Пирс. Неужели не ценишь, что я для тебя делаю? Не замечаешь моей заботы, нет? Да ну. Да. Слушай, давай уже к сути. Что со временем? Его мало. Да. Помнишь того мертвяка из раздевалки? Так вот он выжил. Его упрятали в чикагскую дюрягу, и если он там попадет на допрос, угадай, кого он сдаст. Как выжил-то? Всякое бывает. Глянь туда. Видишь? С утра звонили. Кто-то готов заплатить, чтобы разговорить нашего друга. И, кстати говоря, главарь среди них. Судя по всему, нам стоит поболтать. Ага, только не перестарайся, пожалуйста. Бедный Морис в тот раз обмочил штанишки. О методах не волнуйся. А ты справишься? Двигай туда, а я прикрою. И не надо убивать босса, он тебе типа нужен. Точно? Окей, понятно. Босса убивать мы точно не будем. Быстро, лады. А то от этих писков-визгов у меня башка заболит. Будешь, милый, меня чаем с ромашкой отпаивать. Иначе никак. Да и мне кота за яйца тянуть неохота. Ну кто ж тебя знает? Разучился читать мысли? Да не то, чтобы умел. Зачем нанимать устранителей? Кого они ищут? Тебя. Достал ты всех со своим мстителем. Сейчас устроят в тюрьме бучу и доберутся до нужного свидетеля. Хотя всполошились они не на шутку, это да. Знают, что я вмешаюсь. Слушай, свидетель видел меня в лицо. Если устранители поймут, кто я такой, станут угрожать семье. Ой, мося-ся-ся. Это твоя семья, Пирс? Пойми, такое слабое место грех не использовать. Я за тобой с платочком бегать не буду. Ладно, погнали. Так, давайте мы пока будем отмечать все цели. Нам надо достичь вот эти 105 метров. Попробуем, может, с камеры у нас получится. Слишком далеко нам говорят. Окей, а поближе никак. Камеры там нету. Очень печально. Да, камеры здесь нету. Что ж, придется. Двигаться пешком. А, там экран включили и такие звуки, блин. Нифига себе. Так, нас заметили, я так понял. Или нет? Сейчас мы попробуем
тихонько все здесь почистить. Здесь где-то ходил какой-то человек, но что-то его не видно. Так, вот 43 метра осталось. Круто. А этот кто? Подойти поближе или попробовать издалека? Так, готов. Смотрите, тот услышал. Сейчас будет идти проверять, что там такое случилось. Давайте подождем, пока он чуть ближе подойдет. И тогда мы его уберем. Отлично. Теперь, думаю, спокойно можно дойти до этого места. Так, блин, а это не взламывается. Вот, блин. Где-то здесь должен быть код доступа. Есть. Супер. Готово. Погодь, погодь. Нет. Кто крысятничает в тюрьме? Что? Мы не понимаем, о чем ты. Лэнс Бреннер. Как детишки? Ты что творишь? Как семья, спрашиваю. Судя по всему, мы ведем двойную жизнь. Семьянин. Детям скоро в колледж. Потянешь ли, член профсоюза? Пошел ты. Но есть и другая жизнь. Тайные счета с хреновой кучей бабок. А. Слушай, ты вообще в курсе, сколько всего на тебе глухарей висит? Копы ждут, не дождутся. Так, погоди. Тебе бабка нужна. Дам сколько хочешь. Время идет. Ладно, ладно. Черт. Насчет тюрьмы. Звать Анжело Тучи, начальник охраны. Но поздно его не найти. Он ни на что. Явно родные тут есть. При чем тут его семья? Ты совсем рехнулся, что ли? С чего бы начать? Что там? Киндерхук, помнишь? Черт. Так, скройтесь или убейте устранителей. Понятно. Собираем боеприпасы, гранатки. Ух ты, АК-47. Это что-то новенькое. Так, нарушаем. Чар, нет, но ты видел? Систему вертолета и попробуем просто отсюда вот так вот удрать. Если получится. Я не совсем уверен, что у нас получится, но попытаться все-таки стоит. Попал. Блин, там наверху еще кто-то есть. Так, давайте просто отсюда удерем сейчас. Возьмем эту тачку и... Пошевеливайся давай. Я здесь разберусь. Быстро отсюда свалим. Карань! Да, смотрите, эти гады нас преследуют, блин. Даже не знаю, как мы от них сейчас удерем. Карань его, давай! Смотрите, сколько машин-то, я в шоке. Нам бы зайти в какой-то домик. И там просто спрятаться.
Врежься в него! Упс. Так, по-моему, здесь плавать мы не сможем. Ах, куда же я заехал? Ёлки-палки. Тарань! Вот эти твари, смотрите, за нам гонятся. За нами. И не дают нам удрать от них. Тарань его, но! Куда я заехал вообще? Я в шоке. Правда, сейчас людей будем мы давить. Это не очень прикольно. Блин, жалко, что здесь тупик. Что ж, давайте попробуем сейчас мы... Он вышел из тачки! Вертолет этот разберем. Если получится. У нас приборы психуют. Поворачиваем назад. Блин, а наверх никак нельзя смотреть. У этого козла ствол! Сильное повреждение, уходим. Отлично. Удрали вроде бы. Уже идем! Куда он делся? Он ушел! Ну? Вроде бы удрали, а что-то не исчезают. Мы же скрылись. Что происходит? Так, там еще куча. Машина. Где он? Кто-нибудь засек? Попробуем быстро спрятаться. В машине вот так. Пока они не исчезнут. Ладно, все, он ушел. Есть, отлично. Задание выполнено. Так, ну же. Когда появится следующее задание? Есть. Привет. Ты куда пропал? Нашел того парня? Да, там такое дело. Где она находится? Ну, практически можно на машине. Слушай, найдешь еще кое-кого? Диктуй имя. Хелена Тучи. Родня того, за кем я гоняюсь. Она живет в Чикаго? Да, ее адрес не помешает. Нашла. Гасиби у нее цифровой след. Так, сегодня утром она постила про встречу возле Уиллис Тауэр. Ясно. Позвоню, как доберусь. Будь на связи. Классно, блин, сейчас врезались так. Правда, вообще ни одной царапины не вижу. Что было на машине, она вообще полностью целая и невредимая. Так, палки в колеса. Наше следующее задание. Что ж, начинаем. Так, я у Уиллис Тауэр. Что с Хеленой? Судя по апдейтам, она любит делать селфи. А тут у нас Дакфейс. О, господи. Вся лента в котиках. Зачем тебе эта бестолковка? Я это... Ищу ее дядю, а через Хелену быстрее будет. Так, найти племянницу Анжела Тучи. Again, come on, yeah. Где же она находится? Утром запустила фотку. Очередное селфи. Брюнетка в очках. И с зеленым рюкзаком. Слава соцсетям. Найду ее. Копаю дальше. Хотите? У нас распродажа. Так. Есть рюкзак у тебя? Нету. Будем искать дальше. Ах, придется зайти внутрь, что ли? С ума сойти. Глотаешь чип, и тебя автоматом логинит на всех сайтах, где ты заряжен. О, бедная. Чего? Нашла ее медданные. Аборт в том году. Понятно, зачем ходит к психологу. Вот тебя понесло. Забей на биографию.
Где Хелена? Блин, я-то тут при чем, если инфа так и лезет? Я и не хозяйка. Так, Хелена, начнем. Упс, не приближаться к Хелене. Мисс Тучи, это доктор Хаят из городской больницы. Мы получили анализы вашего дяди, но в карте есть только ваш номер. Можете дать его телефон? Это срочно. Не, пардон, мы с дядей 100 лет не общались. Ладно, извините. Да, понял. Да, но... Терпение. Еще взломаем? Опять нужны билеты на концерт? Нет, слушай, мне кто-то звонил. Мне кажется, тебя ищут. Что? Добрый отвал. Черт, твой звонок с головой меня выдаст. Вешай трубку. Попался. Ха-ха. Отлично. Сейчас мы его спалим. Где же ты, Анджело Тутти? Кстати, смотрите. Ну, где он находится? Вообще вне города, что ли? Анджело Тутти. Он будет следить за переводом моего свидетеля. Сейчас мы попробуем туда быстро портануться. Хотя там нету у нас. Хочет раскрыть личность мстителя. Телепорта жалко. И платит тучи. Ну, удачи им.